Православные верующие отметили День памяти святого Николая Мирликийских чудотворца. Праздник не относится ни к двунадесятым, ни к великим, однако святой особо почитаем народом. Святой Николай родился при императоре Валериане в семье благочестивых родителей Феофана и Нонны. Отроком он часто посещал храмы и с любовью изучал Святое Писание под руководством епископа Николая, своего дяди. По его просьбе родители отдали сына на служение Господу, и впоследствии он был поставлен пресвитером. Святой посетил Иерусалим и в пути молитвами дважды укротил бурю. По особому внушению Божию он переселился в мир и вскоре был избран епископом. Святитель был образцом веры, кротости, милосердия. В 325 году святой Николай присутствовал на Первом Вселенском соборе и явил на нем свою особенную пламенную ревность к защите православия и посрамлению лжеучителя Ария.